Várias vezes? Ter os mil parcas, tu esses. MBC Martins dem çertesa vor yerka zamanak chem tesel şat haceli ya. Erek menk zeytunum eink. Hyur uneink ev tsankutyun haytnetsink vorpezi mer hyure zeytunum havakvats khmbin asto khoskits patgamits kisvi. Şırcanlerits havakum en amisi 1 ankam martik. Bavakanin orshnvetsin Hamlet yegpar ases klini vor vaga zhogovaranum el khosi. Եվ մեր հյուրն էլ ասեց, եթե ինձ նման պատիվ են անում, ես չեմ կարող հրաշալվել։ Ուզում եմ սիրով ողջունենք Կատյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից իմ գործընկերը, ընկերը իմ Անժելայի, շատ երանդուն սիրտ ունի աղոթքի մարդ, մեր տարածաշրջանում, մեր կազմակերպության մեջ, որտեղ ես եմ ծառայում, 10 երկրների աղոթքի ծառայության պատասխանատուն է։ Երբ որ մենք աղոթքներ ենք իրեն խնդրում աղոթելու, 500 եւ ավելի հոգու ինքը ներկայացնում է մեր խնդրանքները եւ մեզ համար աղոթում են, Հայաստանը շատ սիրում են, ունի ամուսին Սքատը եւ 2 երեխաներ։ Եկեք ողջունենք Կատյային եւ լսենք իր պատգամը աղոթքի եւ ապաշխարության մասին։ Я буду говорить на русском, а он меня переводит на армянском. Я из Америки, правда, я американка, я не русская. Я из Америки, я не русская, я американцем, русчем. У меня есть муж, Скат. А мужчина у нем, Скат. Два сына, Миша, Андрюша. Ерку Таганер, Миша, Андрюша. И хотелось бы, что они смогли бы вместе со мной здесь, потому что здесь мне так хорошо. Кузенаи вори ранкинцет стеклинеи, вольте финс шат лавем из гуместе. Люди такие гостеприимные. Марти ген кан юрукален. Теплые. Расер джер. Как хорошо меня встретить. У меня такие впечатления хорошие. Шат лав. Хотелось бы, что они почувствовали вашу любовь. Кузенца, кузенаи вори ранкинцет байлен. Кузе, пачур танкам. Да. Вчера я была с ними Ерек, на лидерское братство. Араснортакан хамбихет, епарахтуцюнум. И оттуда ваш старейшина Геннадий? Гамлет. Гамлет, Гамлет. Гамлет пригласил меня сюда. Я в айтех Гамлета, Хамлета, мэр Авака, Равирецинс, айсор айстепенер. Честь, привилегия быть здесь среди вас. Спасибо за приглашение. Пативу артунучуне инц, дзер меч линел айстех, шноракалем. Сегодняшняя тема будет называется послание от болезненных ситуаций. А сурва тема кочуме угерчнер дежвар цавус вичакнеру. И здесь я буду говорить об особом подхождении к Богу через молитву. Եվ այսօր խոսելու եմ Աստուն աղոթքի միջոցով աղոթքով մոտենալու մասին։ Основа этот стиль молитвы это молитва слушания. Այս աղոթքի տեսակը լսելու աղոթքն է։ Я не знаю, как здесь. Չգիտեմ ինչպես է ստեղ։ Но у себя в Америке мы склонны говорить Богу очень много. Խոսել, շատ խոսել ինքներս։ Молитва это значит я всё выскажу ему. Աղոթք, այսինքն ես ինչ որ ունեմ, ասում եմ, պատմում եմ ասում։ Господь, славь тебя. Тер Аслас, парк եմ տալիս քեզ։ Спасибо тебе за это, за это. Ну, получу сразу сразу из баների։ Дай мне вот это вот это. Есть тур, есть тур, есть тур. Алюса, вот тот, 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 тот. А вот мы сейчас из баների համար։ И мы говорим, говорим, говорим. Эй, вот ասում եմ, ասում եմ, խոսում եմ, խոսում եմ։ У вас были друг или подруга? Ունեցել եք ընկեր կամ ընկերուհի, որ ովքեր շատ շատ են սիրում խոսել։ Но слышит не очень любит. Бать, вы сели это не очень сильно. Был ли такой друг? У нас сели на мамке. У меня была. Да? Есть у нас сели. Знакомый с такими людьми, Сам да? Сам так на маму отканцы. Какая дружба это? Ишь писи интересу, ишь писи хараберюцу надо. Как получается? Ишь писа да остаться. На ман хараберюцу надо. Не очень, да? Энчи. Если настоящие отношения, это иракан хараберюцу надо. Мы и говорим. Мы и слушаем. Я слушаю.
Если наши отношения с Богом самые главные отношения, конечно, нам следует слушать, не только говорить. Как я поняла, ваш алфавит это получил человек через молитву слушания. Он молился, слушал, и Бог ему все сказал, показал, показал. Поэма, да? Алфа – это Творец, и Омега – это Христос, да? Так? Как он это получил? Он должен слушать. Молитва слушания. Есть некоторые принципы, которые руководят такая молитва слушания. Самый-самый важный принцип молитва слушания, когда я стараюсь слышать, что он хочет мне сказать. Всегда 100% без исключения, 100% всегда согласна со Святым Писанием. Да, видишь, пяти хамаватасфанли не осталось. Бог не может противоречить себя. Мне нужно сравнивать. Я когда слушаю, я могу ошибаться. Он верно говорит, но мои души несовершенны. Я могу не расслышать. Поэтому, когда мне кажется, что я что-то от него слышу, обязательно нужно сравнивать со Святым Писанием. Если я сомневаюсь, я могу подойти к зрелому верующему другу и спрашивать. Вардан, мне кажется, я слышала, что я должна развод делать со скатом. Как ты думаешь? Вардан, инструмент, а Вардан, что ты мне скажешь? Что ты мне скажешь? Вардан. Я и ты говоришь, ну давайте откроем. Идея Иисус говорит, да, то, что Бог соединяет, пусть человек не разделяет. Или там написано, я ненавижу развод. Ты откроешь, мне покажешь, и все. Базар нет. Это не от Бога, я слышала. Я не слышала от Бога. Это я сама что-то себе сохранила. Хорошо? Поняли, да? Всегда нужно сравнивать с Писанием. Так как мы живем, так как мы слышим голос. Мы обратно, мы рассадцы, эти хамематы кастуют. Ясно? Барзе. Вопрос? Харцер. Все? Окей, дальше. Вот теперь наша сегодняшняя тема, да? Послание от болезненных ситуаций. Угерцнеш, цавот иравичакнерум. К сожалению, на земле цавок. Это несовершенная еркири вракянка анкатар. Еркири анкатар. После Адам и Ева, Адам и Ева в вашем Едемском саду, который, я слышала, находится здесь, в Армении, территория бывшей Армении. Вот они согрешили, и с тех пор у нас несовершенный шар мира. В этом мире бывает очень много хорошего, но и бывает, что нам больно. Бывают ситуации, которые причиняют нам боль. Я бы хотела, но не буду вас оставить, но мне интересно было, если у одного человека сказал, у меня никогда ничего не больно, не было. Это будет чудесный человек.
Հրաշալի, բացառիկ մարդ կլինի։ Ուրանա или поздно какие-то болезненные ситуации. Ինչ որ դժվար ցավոտ իրավիճակներ են ունենում մեր կյանքում։ А что делает с этой болью? Что эта боль сам делает в нас? Եվ այդ ցավը ինչ անում մեր մեջ։ Как мы разберёмся с этим? Что мы можем делать? Ինչ ենք խնդիրը։ Ինչ անենք, ինչ պիտի անենք։ Об этом будем говорить. Դրա մասին ենք այսօր խոսելու։ В Писании есть очень хорошая помощь для таких ситуаций. Надежда есть. Շատ ձախողություն կա, հույս կա այդ վիճակների համար. Кто-нибудь может прочитать Исаия 61 с 1 по 3 стихи? Исаия 61, առաջինի երրորդ գլուխը. Это пророк Исаия 700 лет до Христа пророчествовал. Иисусе 700 տարի առաջ մոտավորապես Մարկարեացել է. Исլերեշի он написал. Ես բացեմ, եթե մեկը բացի, ավելի շուտ բացի. Իսայի 61 մեկից 3. Շուտ։ Ես բույս։ Ահա։ Իսայի 61 մեկից 3. Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է։ Ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու և կապյալներին արձակում, տիրոջ համար հրատարակելու ընդունելի տարին և վրեժխնդրության օրը մեր Աստծո համար, բոլոր սգավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սգավորների համար որոշելու, որ նրանց փառք պիտի տրվի մոխրի տեղ, ուրախության յուղ, սուքի տեղ, գողության պատմության, հակնված, հանգված սրտի տեղ, և նրանց պիտի կոչեն արդարության բևեկնիներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար, ամեն։ Ամեն։ Вот бежим вперед 700 лет, Եվ դրված էին տարբեր հեղկերում, Եսայի ու Մարգարեության գալարը մյուսների։ И как я сегодня, я приехала, я гость, вы дали мне шанс выступить, сказать вам кое-что. Ելույթ ունենան ինչ-որ բան ասել։ И он когда пошел свою նմանապես Իսուսը, երբ որ գնաց իր Նազարեթը, իր հարազատ քաղաքը, дали ему слово. Որպես հյուր նրան խոսք տվեցին։ Давайте прочитаем, что случилось. От Луки, 4 глава, с 14 по 19 стихи. Лукаси 4 глух, 14-ից 19 համարները. Лукас 4, 14-ից 19. Եվ Հիսուսը հոգու զորությամբ Ետ դարավ Գալիլեա, և նրա համբավը դուրս գնաց այն գավառի ամեն կողմերը, և նա սովորեցնում էր նրանց ժողովրաններում, և բոլորից փառավորվում էր, և եկավ Նազարետ, ուր որ մեծացել էր, և իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարանը մտավ, և կանգնեց, որ կարդա, և Եսայի Մարգարեի գիրքը տվին նրան, և երբ որ գիրքը բացեց, այնտեղը գտավ, ուր գրված էր, «Տիրոջ հոգին ինձ վրա է», որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և քույրերին տեսություն, խոցվածներին արձակելու, ազատելով, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Знакомо, что он читал? Ծանոթա ինչ էր կարդում Հիսուսը, այս հատվածը ծանոթ է։ Та же самое место, да? Նույն հատվածը, նույն հատվածը, որ Եսայի մեջ էր։ Вот все сидели, слушали, сотни раз, наверное, слышали этот отрывок, много раз читали. Հարյուրավոր անգամներ լսել են այդ նույն հատվածը։
Но потом, следующее, что он делал, немножко их шокировал. Да? Он вышел из сена, сел, и следующее сказал. Амбионец, бемец, настец, уасец. От Луки 4 глава 20-21 стихи. Лукаси шаунакутюна улемен, чорот духи, ксан и ксан мэк хвоскеры. Еб гирка хакец, паштоня интовец, настец, еб жоговарани меч, аменьки ачкере нране ин мэдик талис. Еб нас ксец асэн нранц. Те айсор айс гирка катарвец, дзер аханжнерум. Воу! Ба? Что такое? Что он сказал? Сегодня? Это пророчество. 700 лет тому назад. Хорошая новость. Это значит, вот для таких целей. Он эти вещи хочет делать в нашей жизни. Это он и для этого пришел. О, это такая хорошая новость. Фу, я рада. Он хочет благовествовать нищим. Он хочет исцелять сокрушенных сердцем. Он хочет проповедовать пленным освобождение и узнать покрытие темницы. В какие-то сферы нашей жизни мы вот такие, да? Я застрялась, я не знаю, как выйти. Темно. Мута. Иисус хочет освободить меня. Это хорошая новость. Об этом мы будем говорить сегодня. Как это мы можем принять свою жизнь? Как мы можем освобождать? Один способ я вам предлагаю. Потому что Божье сердце, Он хочет освободить вас. Он хочет, чтобы и ваша слава, как человек, да, сиял для Него и для весь мир. И для этого мы должны выйти из этой темноты, эти цепи должны распадать, и мы должны жить в свободе во Христе, которую Он нам предлагает. У каждого из нас есть место в нашей жизни, которое пепла. Там был пожар, там уже а Иисус хочет вот это пепла превратить в красоту. Это возможно? Верно, да? Если Он обещал, то это должно быть возможно. Может быть трудно приобрести. Давайте чуть-чуть говорим о пепле, чтобы понять, как это превратить в красоту. Вот я нарисую. Это должно быть сердце. Похоже. Пяти ваш сердцеди. Намане. Вот сердце человека. Да? Мы живем. И в один ужасный день. Я мисс Арсапелиош, мисс Агаворош. Что-то больно. Мисс Арсавали Бана. Получается, да? Я маленькая. Есть проблем. Я падаю. Инкрумен. Все вокруг, шуш болорос, еговнера, не то что не помогают, смеются надо мной. Ченок, но мартицаху мен им вода. Я уйду, мне стыдно, больно. Перанумен, цаво, да? Амото. Это больная ситуация, да? Да, цаво дирамича. Покрбана, бац, цаво ли я. Вот, это вот как будто стрела. Сам ворбес те не так, не так. Сильно мы хочу. Шик, больно. Шик, сало бача. Боль. Сало, сало. А интересно, это если не это адекватно, плохо.
Каждый раз, когда бол к нам приходит, враг нашей души, и он хочет воспользоваться любой момент нашей жизни на зло, делать нам вред. И чарутюн, мес, и в нас. На каждом стреле висит послание. Угецка, хоскка. А это послание, злое послание от врага нашего. Он предлагает нам ложь. Сута. Предлагает нам что-то плохое. Мы с ним чур бат мана арачар. Тешнами. Да? Вернемся потом. Это верадар. Вот зло бывает с каждого из нас, да? Чарика, мы с ним зюраханчур это патам. Бывает семья, которая более-менее как христианская семья, мама, папа, верующие. Этот ребенок, который падал, бежит домой, плачет, говорит, мама, вот это мне со мной случилось на улице. А мама берет на руки, утешает, говорит им, у тебя тут поцарапано здесь, давай я помою, мазь поставлю, бинт поставим. И ребенок там, спасибо, мама. А ты знаешь что, они смеялись надо мной тоже. Не надо было так делать, они плохо поступили. Должны было тебе помочь. Давай я за тебя помолюсь. Утешай мою дочь. Аминь. Да? Если здоровая атмосфера, когда болезненные ситуации случаются, более здоровая семья меньше причиняет бол, чем другие семьи. Да? Да? Если бегу домой, никого нет, некому сказать. И я не знаю, что делать с этой болью. И я должна как-то сама пытаться понять, что случилось и что это для меня значит. И вот есть предлагает, да, на ложь. Я приношу пример из себя, да? Хочу сказать, что, может быть, вам кажется, бол не очень значимый. Да? То, что я расскажу, может быть, это вам кажется не очень серьезно. Но врагу не важно, маленький, боль или большой огромный. Он все равно хочет меня обмануть и увести в сторону. Да? Все равно. Хоть маленький бол, хоть Мега. Большой, он даже метод использует. На третьем классе в школе я была очень одинока до третьего класса. На третий класс явилась у меня подруга. Соклассница. Ее звали Ронда. Ронда. И мы очень хорошо дружились. Мы играли вместе. И мне было счастливо. И мы выросли. И когда уже высшая школа, однажды я играла в баскетбол. Баскетбольная команда. И вы знаете, пять самых хороших игроков играют, да? Когда начинается игра, вот пять послали, чтобы играть. Я был один из самых пять. Первый, я. А шестое место занимала Ронда. Ронда, моя подруга. И один игрок
Ми хали жамана. Я когда играла, я вот так сделала. И напротив меня Диматис оверхаумер. Мы против них играли, да? Другая команда. Вот так меня давила вниз. Я падала, и вот вся на колено, вся моя на колено падала. И вот такая шишка на колени. Я 2 недели на это костылках ходила. И вот как ничего не сломался, через 2 недели я смогла опять начинать играть на команде. Сезон еще не закончился. Я вышла на тренировку, да? Тренировалась. Вот первая команда против второй команды, да? Моя команда против команды Рона. Ронда высокая. Рондан боевая. Где вот кидаешь меч? Да? Где кидаешь меч? Она стояла там, должна была. А я коротенькая. Я далеко оттуда. Вот здесь вот. Да? И я иду, и я замечаю, что она идет оттуда, ко мне. И я иду в сторону. Так? А Ронда меня кидает. Ронда вот эти стулья, которые я кидала мне. И я почувствовала очень больно. Моя лучшая подруга так против меня выступила. Она специально хотела меня ранить физически. Физикапес хатук узет инставетснет. Я почувствовала какие чувства. Предательство. Она меня предала. Да? Пятое место более важно, чем я. И это ложь, которую мне предлагал сатана. Человек рано или поздно тебе предаст. А если сутер, уж те шут, марте, кез давачанелу. И многие случаи моей жизни, да? Шат, враг атакует одно и то же место. Подтверждение, та ложь, да? Это верно. Действительно. Человек рано или поздно тебе предаст. И эти злые послания, мне кажется, это правда. Мне не кажется, что это ложь. Мне кажется, что это верно. И я в это начинаю верить. И вы можете догадать, как я начинала относиться к другим людям. Я стала их держать на расстоянии. Если вы рано или поздно меня будете предать, я лучше себя оберегаю. Я буду вежлива, я буду разговаривать, но свое сердце я прячу далеко. Да? Давайте дальше. Эти шарматы. О, время летит. Да. Мы начинаем верить в эту ложь. Да? И я потом только обнаружила, что я даже в это верю. Молодая, я даже не поняла, что я верю. И если мы обнаружим, что мы верим в ложь, как я обнаружила, да? Я когда уже взрослая, замечала такую тенденцию, да? Лежат людей на расстоянии. И однажды я молилась, Бог меня открыл эту ложь. Я слушала голос Бога, Он открыл мне, что это действительно ложь. И когда Дух Святой по благости открывает мне ложь, в которую я верю, и по которому я живу, я могу вернуться, я могу отрекаться от лжи,
попросить прощения у Бога, что я верила в эту ложь и жила в этой ложи. Да? Я уже будучи верующая долго, когда я обнаружила ложь. Знала все обещания, но жила в этой ложи. Моя жизнь следовала ложь. Тогда я могу отрекаться от лжи. Я молилась, сказала, Господь, я отрекаюсь от лжи, что люди рано или поздно меня предают. Прости меня за то, что я верила в эту ложь. И хух! Свежий воздух в сердце. И не только это мне нужно было. Когда освобождаешься от лжи, мне что-то нужно в место, где сидел эту ложь. Что-то более приятно, более твердо, более реально. Мне нужна истина от Бога. Истина, который может глубоко сидеть, как масло на душе, который может исцелить эту рану. Я молилась, слушала, Господь, какую истину хочешь меня открыть? Я молилась в тишине, я слушала. И Бог мне говорил, мне кажется, что Бог мне сказал, Катя, меня предал. Я знаю, как ты себя чувствуешь. Я с тобой. Я никогда тебя не предам. Я с тобой навечно. Вот сейчас меня предаст, я уже узнаю, кто меня пытается обмануть. Я говорю, эй, истина у меня есть. Иисус сам. Иисус не я не одна. Я не против него. Чем? Даже если предаст, ну не где ты давай. Ты со мной. Ты мне поможешь. Луич кофес. Да? Поэтому истина, да? Я с тобой. Чешмартучун не знаю. Есть кесетер. За суд не Стрела хочет попасть туда, хоть сюда пойдем, да? Я не буду верить, что ты хочешь. Я чем хаватарю эти сады? Ты же можешь почему? Так что, я вам предлагаю такой простой процесс. Если вы замечаете места в ваше сердце, которые больно, молись, спроси, Господь, где это началось? И он вам покажет. Когда Бог показывает, спроси, Господь, какой ложь сатана мне предлагал? И слушайте. Я уверена, Бог вам покажет, какую ложь вы верите. Когда Бог показывает вам ложь, отрекайтесь. Если Господь чувствует суда, хорошо вы дранитесь. И затем просите Бога, Господь, какую истину ты предлагаешь мне вместо этой ложь, которую я верю. Ты, шмартучун, айн сати тэ, ин стали, ин зарачаргум, вори ес аватум эй. И как он откроет вам истину? Конечно, вначале благодарите ему. Ярте, скажите,
И дальше идите в истине, в путь истины. Кайлек чушмартутян. Ваш личный индивидуальный путь истины. Эр анхатакан, сепакан, индивидуальный путь для каждого из нас. Амен меки самар. Он знает мои пути. И мне готовит. И он каждого из вас знает. Амен меки анхатакан. Каждый секунд вашей жизни, он был рядом. Он ничего не пропускал. Может любая Бог избавит вот эти цели распады, и вы можете жить с ним.